Всем подписчикам Хая, с ним соболезную, и сегодня я играю на таком сервере как Rustix Remake, спустя такое длительное время. Короче, тут добавили столько обновлений, ну заебись, я только начал снимать, уже появилась темнота. Отлично. Чё тут у нас добавили? Во-первых, я в офиге, я случайно нажал буковку V, у меня открылся voice chat. Охренеть, тут есть теперь voice chat, можно вот так базарить. Алло, алло, меня кто-то слышит? Квачкалькуна? Не, нихуя, никто ничего не ответил. И как раз что-то обновилось. Ну, блядь, съебись, ждем, короче, утра. Так, и все, наконец-то у нас наступило утро. Кстати говоря, пока блуждал где-то в ночи и просто ходил в voice chat, что-то говорил, но в итоге я никого не нашел, мне никто не ответил, я нашел такую вот штуку. Я не знаю, что это, но вряд ли это РТ, потому что РТ-шек не было добавлено вообще в игру. Но это пока что на данный момент. В общем, 3 месяца я, кстати, не играл, между прочим, в Rustix Remake. Так, а что это вообще такое? Это просто типа какой-то даджик непонятный, на который нельзя забраться даже. Никак абсолютно. Типа вышки. Прикольно, но не очень. Даже лута нет. Окей, что еще у нас тут изменилось? Ну, как минимум, у нас появились прикольные текстурки ХП, воды, еды. Они немного изменились. Довольно-таки это прикольно. Что у нас? Добывание деревьев, по идее. О, афроамериканец лежит. Что у нас тут есть? Ничего. Залутать его можно как-то вот так вот. Ояк. Оба. Нифига нам ничего не дропнулось, ну да ладно. Так, хотелось бы найти дорогу. Посмотрим, может какие-то текстурки еще изменились. Давайте тест. Так, алло. Ой, ёпта, там сам себя слышал. Нормально. Микрофон, значит, у нас работает. Поэтому при первой же возможности, при первом... Ёпта, это был я, ладно. При первой же возможности, когда мы увидим типочка, нам надо сразу его шоу как-нибудь завербовать на свою сторону. Найс, пролагнула. Так, ну добывание у нас осталось такое же. Это нам, в принципе, не интересно. Блядь, а где дорога у нас вообще находится, команд? Что-то без понятия даже. Координаты, кстати, такие же остались. Ну, текстурки более такие проработанные стали. Нам, кстати, надо вот так вот сделать, чтобы дальше видеть, и вообще все было шикарно у нас. Так. Лут Е. А, по-моему, на F был, нет? Возможно, я долбился раньше в глаза, я ничего не помню. Но вообще давно не играл, да. И, в принципе, не знаю эту игру, что это за игра. Такой раз. О, кстати, у нас изменился этот. Сверху, когда GPS, координаты изменились. Они стали более такие кайфово выглядящие. Офигенно, короче, сделано. Кстати, ребят, кто возьмет меня тиму, чисто так на видосик там зарейдить кого-нибудь, зовите. Дискорд, ВК, все ссылки в описании, пишите, звоните, да. А если хотите, чтобы я проходки разыгрывал, в принципе, как и всегда, там на 100 лайков за день. Да ёпта, где эта сраная дорога? Там 100 лайков за день, знаете, там все дела ставим и разыгрываю одну проходочку. Даже сейчас могу так сделать, просто с лету, так сказать, залетел на ютубчик, шум, и все разыграем. На 6к подписчиков разыграю по-любому проходку, поэтому подписываемся. Подписываемся, ставим лайки. Да. Канал гниет, куда еще ему сильнее гнить. Кстати, на Tab теперь у нас появилась вот такая вот инвентарь. Раньше он открывался на другую кнопку, уже не помню на какую, возможно на E, как всегда. И вот вот так прикольно все это сделано. Довольно-таки кайфово. А теперь, как же нам посмотреть игроков? Нажимаем кнопочку P. Ебать. Жестко. Непонятно, зачем так сделали. Там кого-то не до ютуберов назвали. Джо Бонд. Купил аккаунт на ютубе. Ха-ха. Бля, прикольно читать тут чат. Че там? Иди нахуй. ПЗП. Вы же могли хату дорейдить. Вылетело. Да иди нахуй. Че так злишься? Не до ютубер. Ха-ха. Хорошо. Купил аккаунт на ютубе. Ха-ха. Со своим дружком Дарк Лайтом бомжом. Дарклайт, знакомое, кстати, имя. Ну да похуй. Где у нас чертова дорога? Без понятия. До сих пор не могу ее найти. Блин, я даже в темноте бродил. Может, ее нахрен убрали, я не знаю. Юхан, Эдит, прочитай задом наперед. Это тебе адресовано и твоей маме. Че. Блин, да, такие токсики, кстати, вырастут. Играют, это жесть. В Rust. Даже не такие токсичные, как Rust Minecraft. Чё это за херня?
такое было. Это типа скалы, гора, что это такое? Хуиз, островок какой-то непонятный. Блядь, я иду в непонятную сторону. Я хочу найти чертову дорогу и посмотреть новые локации, что построил Кей-попа или кто-то другой из разработчиков. Очень было бы интересно на них лучше глянуть, чем на такие непонятные постройки. О, а, это дом. Заебись. Стоп, дом в скале? Чел гений? Или гей? Или он в натуре гений, он же вот так вот чуть-чуть вокруг скалы простоялся, скалу нафиг не сетнешь, ничего с ней не сделаешь. Хотя, возможно, он гей. Не, он все-таки гений, ладно. Давайте чекнем, у него есть крыша. Ну, по-любому, он не дебил. Хотя, ладно, он немножко дурковатый. Он сделан не так, как я думал. Что тут? Никого не слышно, ладно, хер с ним. FPS, я твою... Люблю тебя сколько? 120. А чё ты прыгаешь? Чудной типок. Где дорога, которая ведет меня от порога, ёпта? Я даже людей не могу найти. Какой онлайн на сервере? Вроде нормальный онлайн. И я хочу с кем-то попиздеть. А никого нет. Да ёпта, опять море! Чё за дичь? Блядь. Это ненормально. Ладно, вернусь через мгновение, ёпта. Вот так вот делаю. Хуяк. Я, оказывается, был на каком-то острове. Вот он. Абсолютно непонятный мне. Или это вообще не остров. Но это, короче, какая-то дичь непонятная. И, блядь, откуда я плыву, кстати? Я плыву отсюда? Сюда. Возможно, оно там как-то соединяется. Но это непонятная дичь. Я уже полчаса бегаю. И нихуя не могу найти дорогу. Я скоро сдохну от того, что у меня нет еды. Вот эту местность, ну, с такими вот тю-тю-тю-тю-тю бугорками, я немного помню. Но все равно. Твою мать, где дорога? Либо я долблюсь по утрам в глаза, я ее просто не замечаю. Либо мне песок вот этот в глаза, блядь, запал. Все, я не могу ее просто-напросто найти. Вот деревья обновляются. Ну, тут хотя бы дома, кстати, появились. Там их не было. Ну, один. Окей. Тут тоже один, в принципе, блядь. Ничего не изменилось. Ну, мне кажется, вот там должна быть дорога, но я иду, иду, иду и просто... Никого нет, ладно. Иду и просто... О, блядь, да вот эта штука, сука, я был возле нее, да что за дичь? Может, это дорога? Может, она изменилась? Как-то. Блядь, там даже лут не появляется. Это полнейший пиздец. Я не умею играть в Rust. Помогите, пожалуйста. Научите и напишите в комментариях, чем делать. С чего начинать. Научите меня играть в эту блядскую игру. Я не понимаю. О, еще дом. Блядь, ну заебись. Мы идем к цивилизации, наверное. Мы же спальник можем себе сделать. Вот эту штуку залутать. Коноплю. Вот так вот тап нажать. Можно спальник сделать. Не знаю, пусть будет. Я, блядь, дорогу найду, я там спальник откину. Серьезно. Там челики, я думаю, есть. Очень сильно охреневший какой-то у них домик. Ладно. Блять, может, дорогу убрали в каких-то обновлениях? Я ебал рот. Что происходит? Это не смешно. Спальник, спасибо. У меня 12 еды. Осталось. Подожди. Не, нихуя, не дорога, это сера. Да, это сера. Зато какие-то вот бугорки, камешки. Шикарно. Может, это какие-то непонятные мини-данжики? Типа пещера, блядь. Заходишь, а там алмазы. Лутаешься. И шикарно все тебе. Не, это просто декор. Ладно, пойдем за рейдим типов. Вот этих. Но все равно каменные стены. Расхуево. Ага. Заебись, блядь. Еще одна такая штука.
А, я уже бегать нормально не могу. Еще там такая штука. Да что это происходит? Спальник, на. Я хочу сюда вернуться. Офигеть, биом новый. Жесть. Как сложно. О, спальник чей-то. Я это сломаю. Это мне надо, да. Изменить имя. Улица. Пошел нахуй. Все, ломать не буду. О, не-не-не. У меня есть мысль другая. О, так-то лучше. Так. О, вон и дорога. Спустя сколько времени? Пиздец. Камень подниму, спасибо. Вот так вот кину. Опа. Нихуя себе звук. О, коренастый афроамериканец. Так. Зашибись, дорогу мы нашли. А дальше? Непонятные вот какие-то электростанции стоят. А где провода? А проводов нема. А где электричество тогда брать? Так, и то есть вот эти штуки теперь не убираются после того, как ресы лутают, да? Или там что-то не залутано? Вроде все залутано, но оно не убирается. Интересно, значит там тоже все залутано, но просто не убралось, по идее. По логике. Что-то ты... Ёпта. Это что я нажал? А, нихуя себе. Какая прикольная штука. Ля, как сделано, ё-моё. Фан. Фанфики. Electrical. Tools. Ёпта. Сколько всего тут будет? Мама моя милая, ё-моё. А машины у Расти есть? Если да, я бы поиграл бы. Ну только раз в Майнкрафте, если эту машину добавят. На ангар не ходите. А где ангар, блядь? Какие-то очень прошаривающие люди. Я вон только зашел спустя 2 месяца и нифига ничего не понимаю. Да, теперь они не убираются. Бля, это что за дичь? Это блеф. Это реальный блеф. Ну, короче, я понял. Я сделал такое вот какое-то лайтовенькое видео, где зашел, охуел от происходящего за 3 месяца, что какие-то штуки добавили, что вот эта херня не убирает, что вот это вот есть вообще. Voice чат, алло. Алло. Мне никто до сих пор не отвечает. Я все еще в поисках людей. А ну, камень кину. Подам знак. Никто не увидел. Спальня. О! Бочка. Захибись. То, что нужно. Сейчас ее хотя бы сломаем. Эффекты какие-то новые есть у нас? Не, нихуя не было. Ну вот это то, что поднимать можно так вот. Там ручка нарисована вообще кайфово. А это что сейчас было? Что за звук? Блять, непонятно. Возможно, меня сейчас ёбнут. А возможно и нет. О, классный дом. Давайте его зарейдим к концу этого видео. Ну, я сейчас закончу это видео, но я вам скину координаты, а потом зайду и посмотрим, зарейдили вы этот дом или нет. Это будет ровно через неделю, наверное. А может через день. Пацаны, координаты. Минус 41 и 700. Вот дом. Нужно зарейдить. Кто зарейдил, скидывайте скриншот, и вы получаете 1000 рублей. Вот, все. А пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приглашайте меня в тиму, если меня никто нахуй не пригласит, потому что я нахуй никому не нужен. Я повыживаю немного, что-то тут сделаю. О, ангар. Не, это еще не конец, ёпта. Посмотрим, что в ангаре есть. Пацан сказал туда не ходить. Значит, меня тут убьют. Значит, у меня есть копье. Кто на ангар ПВП? Я. Алло, ты на ангаре? Квач Квалькуна, тут кто-то есть? Паца, у ёпта, блядь, кто-то бежит. Тихо. Пойдем. Пацан, здорово.
Парень, не стреляй, по-братски, ёпта. Я бомж, дай еды, и я уйду, а? Парень. Парень в костюме. Квачик Валькуно? Здесь кто-нибудь есть? Если есть, дайте знак. Выстрели в небо. Сука, где он? Вау, подвал. Это нычка. Вот это начался Донбасс, ёпта. Сейчас за место тут такие начнутся. Я на открытой местности. Мне пизда сейчас будет. А! Его ёбнули! Блин. Я понял, откуда его ёбнули, блядь. Сука! Ладно. Бля, можно было бы лут залутать. Золотой, да. Ну, короче, ребят, пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И зарейдите дом, получайте косарь рублей. Я вас наебал, конечно, но зарейдите все равно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новой серии. Всем удачи и всем пока, ребят.